лжец. Да, я убил тысячи людей. Я поставлял больше наркоты, чем три крупнейшие фармацевтические компании вместе взятые. Я похищал детей у родителей, жен и мужей. Я вырезал целые семьи. Но я никогда не лгал. Все это преступление против человечества. Ложь – преступление против себя. Я руководитель организации «Санта-Бланка». По-вашему, картеля. Я всегда мечтал о земле, где буду растить свою коку и делать свой кокаин. Где смогу вести дела без вмешательства полиции, правительства, армии, янки. В моих мечтах я слышал женский голос. Сынок, а если бы у тебя была собственная страна? Как Моисей, я привел народ в землю обетованную, Боливию. Мы пришли сюда, купили плантации коки. Что не купили, забрали. Мы купили полицию, армию, судей, политиков. Мы были на грани того, чтобы самим стать правительством. На тонкой грани, отделявшей меня от моей мечты. Мечты создать наркогосударство. Нацию Санта-Бланка.